Добрый день! В этом видео мы соберем простейший пульсометр, который будет мигать светодиодом в такт с сокращением сердца. Его главная деталь – совмещенный модуль EMG-EKG Bitronix. Кроме него нам понадобится Arduino, кабель USB, макетная плата, кабель для подключения электродов, 5 соединительных проводов штекер-штекер, черного, красного, оранжевого, синего и зеленого цветов, а также 3 электрода, светодиод и ограничительный резистор. Сначала вставим в макетную плату ножки питания и выхода модуля EMG-EKG и через гнезда макетной платы подключим соединительные провода к модулю. Черный провод соединим с ножкой минус модуля, а красный с ножкой плюс. Эти провода будем использовать для питания модуля. По оранжевому проводу будут передаваться данные. Его подсоединим к ножке OUT модуля EMG-EKG. Вставим в свободные гнезда макетной платы выводы ограничительного резистора. К одному из них подключим минус светодиода, его короткую ножку. Другой вывод резистора с помощью синего провода соединим с ножкой минус модуля EMG-EKG. Зеленый провод соединим с длинной ножкой светодиода, его плюсом. Возьмем плату Arduino и подключим к ней модуль EMG-EKG. Красный провод вставим в гнездо 5 вольт на плате Arduino, а черный в гнездо ГНД. Оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта А0. Зеленый провод от светодиода подключим к цифровому порту D3. Затем соединим кабель для подключения электродов с разъемом в верхней части модуля EMG-EKG. К головкам кабеля присоединим электроды. Получится 2 сигнальных электрода с синей головкой и 1 опорный с черной головкой. Снимем защитную пленку с электродов и закрепим один сигнальный электрод на запястье левой руки. Убедитесь, что центральная часть электрода плотно прилегает к коже. Рядом приклеим опорный электрод с черной головкой. Оставшийся сигнальный электрод расположим на запястье правой руки. При таком расположении электродов мы будем регистрировать электрокардиограмму в первом отведении. После этого подключим к плате Arduino кабель USB и с его помощью соединим установку с компьютером. Откроем Sketch EMG LED в среде Arduino IDE. В меню «Инструменты» проверим, что плата Arduino правильно определилась компьютером, после чего нажмем на кнопку «Загрузить». Sketch скомпилируется и загрузится в память Arduino. По окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение. После загрузки скетча Arduino автоматически перезагрузится и наш пульсометр заработает. Светодиод будет загораться в такт с сокращением сердца. Модуль EMG-EKG снимает электрокардиограмму, а программа в Arduino зажигает светодиод всякий раз, когда регистрируется большой сигнал, то есть наблюдается R-зубец электрокардиограммы. Именно этот зубец характеризует сокращение желудочков сердца. На этом мы завершаем описание простого пульсометра на основе модуля EKG. Подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте Bitronix.